своими глазами. Сегодня Всемирный день стоматологов. Профессиональный праздник, отмечаемый во всем мире 9 февраля. Этот день выбран не случайно. 9 февраля – день святой мученицы Аполлонии, ставшей покровительницей как страдающих от зубной боли, так и врачей, которые лечат зубы, передает Prime.md. Атрибутами святой Аполлонии, согласно характеру ее мучений, стали зубы или щипцы. Святая женщина, объектом пыток, у которой, в частности, стали зубы, выдержала все, и когда ей пригрозили казнью на костре, 9 февраля 249 года она сама шагнула в пламя. С тех пор существует поверье, что стоит произнести «Санта Аполлония» и зубная боль отступит. Международный день дантиста отмечается впервые в 1984 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международного сообщества стоматологов.